Здравствуйте, я институтка, иммигрантка Мандалина Епстинская, когда-то в прошлом знавшая гордость. Меня часто спрашивают, трудно ли жить багетной жизнью. Да, не успеваешь трусы стирать. У меня 7 лет церковно-приходского пропущено. Решила не отставать от моды и придумала миниатюрку для поражения общественности. Пришлось повыбирать вариант за буковкой «Х». Я могла в костюме вакханки пропердеть 3 такта амурских волн на теннисном поле, не обосрамшись. Я могла бы потереть мудя у рабочего на глазах у колхозницы. Под Боже, царя храни. Но, как вы уже поняли, я выбрала вариант «Ё». Эротическо-политический паноптикум, ведь его мать. И это нравственный стриптиз перед изумленной публикой. С ограничением 40+, 60-. На что только не пойдешь ради славы. Приступим к унижению. Ну и для трагикомичности включаем агрегат. Ставим пластинку. Baby.